Лошадка. Одним из любимых домашних животных многих народов является лошадь. Хотя человек подружился с ней позднее, чем со многими прирученными животными. Я очень люблю лошадей. Я читал в энциклопедии, что 60 миллионов лет назад жила на Земле первобытная лошадь Гирокотерий, и была она ростом с небольшую собаку. Теперь практически все дикие лошади вымерли. Остался только один вид – лошадь Пржевальского, но ее можно встретить лишь в зоопарках. Зато в наше время насчитывается более 200 пород одомашненных лошадей. Их подразделяют на несколько типов. Самые известные – это скакуны, тяжеловозы, декоративные и спортивные лошадки. Скакунов используют для испытаний на ипподромах, тяжеловозов – для перевозки больших грузов. Декоративные лошади принимают участие в различных шоу и программах, выступают в цирке, а спортивные нужны для верховой езды. Раньше лошадь была самым большим помощником человеку. Она помогала вспахивать и засеивать поле, собирать урожай, перевозить грузы и людей на дальние расстояния. Сейчас на полях работают мощные тракторы, но без доброго коня человеку не обойтись. А ухаживают за лошадьми специально обученные люди – конюхи. В наше время многие люди занимаются верховой ездой и устраивают соревнования в скачках на лошадях. У меня есть предложение. Изготовим лошадь и устроим настоящие скачки. Лошадка. Подготовим рабочее место. Для изготовления лошадки нам понадобится цветной картон, цветная бумага, нитки, игла, ножницы, простой карандаш, шило, клей ПВА, кисточка и подставка для кисточки, шаблон, подкладная доска. Вспомним правила работы ножницами и шилом. Для изготовления лошадки нам сначала надо вырезать шаблоны из тетради, а затем обвести их на цветном картоне. Не забывай, что картон надо расходовать экономно. Вырежем детали из цветного картона.
Переведем на изнаночную сторону картона разметку шаблона при помощи простого карандаша. Вырежем из шаблона гриву, копыта и хвост и переведем их на черную бумагу. Оформим лошадку. Вырежем заготовки, приклеим их к основе лошадки, сделаем лошадке глаз из черной бумаги. При приклеивании воспользуйся тряпочкой, чтобы изделие получилось аккуратным. Ты можешь сделать окрас лошадки пятнистым или придумать другие способы. Проделаем отверстие. Вденем в ноги и хвост лошади нити-дергунчики. Для этого затянем нитку в иголку, завяжем узелок и протянем нитку с лицевой стороны на изнаночную в тех местах, где были отмечены точки. Отрежем нить нужной длины, около 15 сантиметров.
Соединим все детали изделия. Совместим точки, проколотые на ногах и туловище лошадки. Сошьем детали крестиком. Также закрепим вторую ногу и хвост. Лошадка готова. Проверим, как работает наша конструкция. Посмотри, какая лошадка у нас получилась. Предложи друзьям устроить настоящие скачки.